Хватит бездельничать. Пора создать видимость деятельности. Выйти, что ли, на улицу, прогуляться? А, черт. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим, воздаятель черпает энергию из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы. А потом и воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль, мы их остановим. Thank you.
что происходит? Я вычислил местоположение протосских нексусов, которые питают читы воздаятелей энергией. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Приказы будут? ТСМ готов. Выкладывай. Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протосы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. ТСМ готов. Недостаточно минералов. ТСМ готов. Сэр, я вижу воздаятель. Он направляется к базе колонистов. ТСМ готов. Воздаятель направляется к базе колонистов. А? Пристройка. ТСМ готов. Пристройка завершена. Пристройка завершена. ТСМ готов. Улучшение завершено. ТСМ готов. За дело. Готов. Ладно, я уже заждался. Как самочувствие? ТСМ готов. ТСМ готов. Что стряслось? Как скажешь. Война на пороге. Где болит? ТСМ готов. Прочь с дороги. Давай, удиви меня. Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. ТСМ готов. Впереди великие открытия. Кому навешать?
Командир, отряд протосов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Вооружен, я уже заждался. Улучшение завершено. Войска союзников атакованы. Впереди великие открытия. Они обстреливают корабль. Мы все умрем. Давай, удиви меня. Бой или домой? Ладно. Видеосвязь установлена. Войска союзников атакованы. Покатились. Вооружен и опасен. Я уже заждался. Приказы будут? Войска союзников атакованы. Здравствуйте, командир. Я не продержусь в одиночку. База атакована. Спасибо, рейдеры. Мы полетели. Колонисты эвакуировали первое поселение, находящееся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Требуются дополнительные хранилища. Ага. За дело. Точняк. Протосы добрались до следующего поселения, сэр. Здравствуйте, командир. Так тут. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Еду.
даешь разбой. Датчики энергии зашкаливают. Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. На меня! Сколько можно сидеть без дела? Доктора вызывали? Я не ищу легких путей! Говори громче! Чем порадуешь? Внимание! Обнаружена эскадрилья протосов. Она направляется к поселению колонистов. Доктора вызывали? Видеосвязь установлена. Даешь разбой. Войска союзников атакованы. Мы горим! Протосы нас всех убьют! Чуть не погибли. Спасибо. Колонисты успели уйти из поселения. Покажи. База атакована. Видеосвязь установлена. Они почти добрались до следующего поселения. Торопитесь. СМ готов. Ну да, конечно.
дело. Понял. Они сравняют поселение с землей в любой момент. Уходите оттуда! Месторождение имени... Доктора вызывали? Внимание! Обнаружена эскадрилья протосов. Она направляется к последнему поселению колонистов. Месторождение минералов выработано. Войска союзников атакованы. Штаб, я вас слушаю. Так точно, сэр. Покатились. Спасибо. Протосы чуть не поджарили нас. Прекрасно. Колонисты успели уйти из поселения. Клев наш. Месторождение минералов. Отбой! Места мало! Что стряслось? Ага. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Качу! Месторождение минералов выработано. Приказ получен! Связь снова. Клев на связи. Протосы прибудут к следующей базе через 20 секунд, сэр. Покатились! Месторождение минералов выработано. Отбой! Места мало! Выкладывай! Ага. Системы функционируют.
Глеб на связи. Связь налажена. Задавим их интеллектом. Отлично. Как самочувствие? Кому навешать? Канал открыт. Видеосвязь установлена. Какие будут указания? Я уже заждался. Черт, они собираются применить раскалыватель планет. Мы должны остановить этот воздаятель. Приказывайте. Приступаю. Покатились. Системы функционируют. Приказы будут? Связь налажена. Подтверждаю. Кому наверх? База атакована. Нексус уничтожен. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. Джон, я опасен! Даешь разбой. Канал открыт. Войска. Они идут на последнюю базу. Соберитесь. Это наш последний шанс. Вас понял. База атакована. Система функционирует. Кругом враги! Войска союзников атакованы. Связь налажена. Займи. Отлично! Еще один Нексус уничтожен. Не давайте им собрать силы. Я опасен. Требуется помощь. Войска союзников атакованы. Требуется помощь. Система функционирует. Отдалим от интеллекта. Плохи мои дела. Связь налажена. Давай, удиви меня! База атакована. Приказы будут! Наши
ЖКСМ атакован. Щиты воздаятеля отключились. Пора нанести удар. Воздаятель переместил наш отряд в подпространство. Но это ненадолго. Скоро наши бойцы вернутся. Точно, сэр. База атакована. Талантливый командир Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Ну что ж, пора прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете... А ведь вы могли бы остаться, освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Мне очень жаль, что так получилось с Риэль, сэр. Но у вас не было выбора. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись.
и Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Мянгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Друг, надо брать новый Фолсом. Там держит всех, кто когда-либо выступал против Мянгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне. А где Тош? Я думал, он уже тут. Он покинул корабль. Я думал, вы уже... Сэр, у нас входящая зашифрованная передача. Соединяй. Так-так. Печально известный Джим Рейнер. Меня зовут Нова. Есть разговор. И какой у меня может быть разговор с ручным призраком Императора? Тош тебе врет. Мэтт, подключи Тоша. Думаю, он все равно все слышит. Со фантомами будущее. Ты просто не способна понять это, девчонка. При превращении в фантомов призраки становятся маньяками, одержимыми идеей убийства. Те из них, кого мне удалось поймать, сейчас отбывают срок в Новом Фолсоме. Не слушай ее, брат. Помоги мне освободить фантомов из тюрьмы, и вместе мы свергнем Мянгска. Тош хочет вернуть псионные способности своим приятелям-фантомам. Ты сам помог ему добыть нужные компоненты. Заключенные Нового Фолсома — маньяки-психопаты. Ты правда хочешь отпустить их на волю? Я помогу тебе в войне против Мянгска. И мои друзья тоже. Она никогда не будет тебе союзником. Тош — это бомба с часовым механизмом. Он будет твоим лучшим другом до тех пор, пока не всадит нож тебе в спину. Это момент истины, друг. Выбирай. Меня не волнует, как ты относишься к Мянгску, Тош. Если ты и твои фантомы повернуты на убийстве, то вы будете пострашнее Доминиона. До скорой встречи, друг. Ты пожалеешь об этом, брат. Итак, Нова, каков твой план? Центр Тоша по обучению фантомов находится на станции Аверн. Вместе мы сможем уничтожить его навсегда. Загружаю тактические данные. Вот, значит, где Тош планирует создать армию фантомов. Я обнаружила 3 объекта, из которых ему не удастся осуществить задуманное. Нашей первой целью будет склад Джория. Далее по плану — баки с тирозином. И, наконец, излучатель псионных волн, который Тош использует на завершающей стадии обучения фантомов. Значит, мы уничтожаем эти объекты, и Тош выходит из игры. Наш друг знает толк в секретных операциях.
Уверена, он перекроет каждую лазейку. Я могу обойти некоторые системы защиты, но мне понадобится и ваша помощь. А как быть с самим Тошем? Предоставь это мне. Я расчистила посадочную площадку для ваших войск. Начинаем веселье. На месте. Не щелкайте клювом. У Тоши наверняка припасены для нас неприятные сюрпризы. Поняла. Уже в пути. Готово. Слышимость отличная. Видишь, вон там мародера. Ставлю 50 кредитов, что попаду ему промеж глаз. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Готова. Слышимость отличная. Я под обстрелом. Ну, не стой столбом. Помоги девушке. Пристрели вон тех уродов наверху. Задавим их интеллектом. Брось дороги! Отлично! Выполняю. Приказ получен! Круто! Нова, поможешь открыть эти ворота? Конечно. Дай только добраться до панели управления с другой стороны. Как скажешь? Нова на связи. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Вуаля. Нет, ничего проще. Двигаем дальше. Поняла. Вооружен и опасен. Так точно, сэр. Что? Уже в пути. Готово. Слышимость отличная. Выполняю. Положись на меня. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Кому навешать? Жду не дождусь. Понятно! Еще бы!
Выполняю. Повтори-ка. Готово. Слышимость... Осторожно. Впереди осадный танк. Если я подберусь поближе, то смогу телепатически воздействовать на экипаж. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Ближе к делу. Задавим их интеллектом. Что за спешка? Бегом, марш! Все понятно. Отлично! Приказ получен. Нова на связи. Выдвигаюсь. Слышу тебя хорошо. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Приказы будут! Конечно! Давно бы так! Так точно! Что? Поняла. Уже в пути. Поняла. Уже в пути. Фантомы. Я с ними разберусь. Готово. Слышимость отличная. Выполняю. Положись на меня. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Готово. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я уже заждался. Какова ситуация? Я обо всем позабочусь. Выполняю. Нова на связи. Положись на меня. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Готово. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Ну?
что? Что такое? Вооружен и опасен! Превосходно! Жду не дождусь! Тебя человеком чести. Ты совершил очень-очень большую ошибку, брат. Молодцы, мальчики. Наша следующая цель — баки с тирозином. Я расчищу для вас посадочную площадку. Будьте готовы. Готово. Слышимость. Говорю же вам, я что-то видел. Почему бы просто не заставить тут все автотурелями? Тогда никто не проберется. Выполняю. Положись на меня. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. В посадочной зоне порядок. Можешь десантировать войска, Джим. Пускай твои парни попробуют открыть ворота. У нас мало времени. Ближе к делу. Инструкции. Повтори-ка. Анализ. Чего тебе? Что такое? Ну, вперед! Не вешай. Готов приказ. Yeah!
чем порадуешь? Сколько можно сидеть без дела? Пути! Вперед! Положись на меня! Я не ищу легких путей! Кара небесная! Куда стрелять? Слышу тебя хорошо. Поняла. Уже в пути. Готова. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Выкладывай! Соло на ударный!